На все 100 двое первоуральских выпускников получили максимум баллов по итогам единого госэкзамена. Отличились ученик 7-й школы Михаил Ходенев, он выбрал информатику, и Елизавета Красовская, представительница 21-го лицея, сдавала ЕГЭ по литературе. В этом году рекорд по русскому языку, то есть 21,4% получили более 81 балла. Это просто замечательно. Не скажешь такого про математику, там высокобальников всего 4,5%. Но тем не менее, если говорить по среднему баллу, то по математике профильной Первоуральск чуть выше имеет сегодня результаты областных средних баллов. Экзамены по выбору первоуральские выпускники в этом году сдали успешнее, чем в прошлом, отметила представитель управления образования. По 7 предметам из 13 средний балл ЕГЭ оказался выше, нежели в 2016-м. Среди дисциплин, которые не вызвали особых проблем – русские и английские языки, литература, а также химия и биология.